Начерпал. Друзья, всем привет! Фуф, наконец-то я на речке. Сегодня у меня рыбалка, конечно, просто с утра не задалась. Ну как не задалась, планировал поехать с самого ранья в 2 часа ночи. Проснулся, дождь льет как из ведра, плюс молния сверкает, короче. Посмотрел так прогноз на ближайшее время, думаю, да ну его нафиг, там что-то до 3 часов дождь. Вчера просто весь день был дождь. Думал, ну все, поеду завтра, короче. Ну, в итоге я все равно спал неспокойно, все просыпался каждый час, там все смотрел, а может поехать сегодня, а может не сегодня, а может сегодня, а может не сегодня. В общем, долго думал, потом меня уж батя будет, ты что, проспал, что ли, говорит. А я такой говорю, да нет, дожди. Он говорит, да какие дожди, там солнце светит ярко. Я такой, да ну нафиг, короче, быстро в попыхах собрался. Ну, у меня собрано все было, просто там термос с кофем заварил и быстро на речку. Просто я планировал такое крутое место поехать, но туда ехать 2 часа. Плюс на лодке где-то надо час на электромоторе, видите, не так это быстро. А там уже пороги и буду в вейдерсах ходить, наверное, ну, по планам. Короче, до этого места 2 часа езды, 150 километров отдачи от моей. Плюс надо на электромоторе, ну или на моторе. Ну просто к этому месту никак не подъехать. Можно пешком, но километров 7 надо идти по лесу. В такую жару, такое себе удовольствие. По удочке сегодня взял Белезу Карентию, как раз для этих целей. Река длинная, большерокая. И катушечку поставил опять, буду тестировать. Лювиас 2500, суперскоростная аж какая-то там. Шнур намотал 0,5. До этого намотал 0,6 какой-то. UGK X какой-то там, блин. Потом, блин, всю ссылку. Ну, что-то мне вообще он не понравился. Не летит, шумит как-то. Просто вообще все не то. А я бы 0,6 все намотал с Малгейн, но у меня его нету, намотал 0,5. Потом куплю, перемотаю все, что. Потому что еду-то в место такое, где может там и жерех хороший клюнуть. А удочка у меня получается 0,5 всего шнур. Ну, будем надеяться, что вытащу, если клюнет. Ну что, друзья, 45 минут уже плыву. Время уже почти час, поэтому время обеда. Так я и не завтракал особо. Вот у меня сегодня сальца с огурчиком и с лучком. Ну что, друзья, доплыл я до этих порогов. Тут как бы не особо пороги прям такие. Ну, там дальше, может, где-то есть. Я с коптера пролетал, посмотрел, там где-то есть пороги. Я вот думаю, нафиг мне в вейдерсах такую жару лазить. Тут, блин, тем более глубоко. Буду просто, наверное, на островках так останавливаться. Единственное, что я это, блин, в шортах, конечно. Ну ладно, сейчас посмотрим. То есть я думаю, попробую туда в самую даль заплыть. И как бы потихонечку там вот там порожек по-любому встать, покидать. Короче, как-то, ладно, сейчас как-нибудь будем действовать по этому. По обстоятельствам, в общем. Непонятно. Может быть, просто туда заплыть и так сплавиться, короче. Либо по островку этому идти. В воде так-то. Даже не знаю. Ладно, будем сейчас думать. Надеваемся, собираемся, идем. Ну что, друзья, я собрался. Все-таки вейдерс решил одеть, потому что здесь такой перекатик. Надо его проработать.
Чувствую, мне тут времени не хватит все обработать, красивые места, конечно. Но вот одно меня настораживает. Пока плыл, ни одного всплеска, ни на муху там, то есть, когда падали в воду, не было. Это меня настораживает. Ни хлопков жереха, ничего нет. Ну ладно, в любом случае разведка интересных новых мест. Все, поехали. Идем за мега огромными чаплами, наверное. Ноги затекли сидеть. Время 2 часа. Здесь даже чем с той стороны поприкольнее. Фу, да не, поймаю что-нибудь. Но время еще у меня вагон, успокоиться надо, не волноваться. Ну не пройду там сегодня, куда хотел. Ну будет продолжение. Здесь же тоже классный перекат. Потом еще ту сторону обойду, там тоже классно. Самое интересное, что я только проплыл, и никаких всплесков не было. Вот что самое обидное, интересное, непонятное. Место. Бомба. Давай. Клюй. Муха. Первая поклевка, друзья. Удар такой, что чуть не этот руку спиннинг не потерял. Офигеть. Что, друзья, вот он первенький сейчас, бросится. Жить-то хочет как, а он не сдается. Давай, дружище. Ух ты, не сдается. Да ё-моё. Да ё-моё. Сколько у тебя сейчас сил. Вот он, друзья. На свитчера. Долго я его мучил. Ну что, друзья, все не зря, все не зря. Рыбка сейчас будет. Сейчас ключик подберу и наловлю. Очень я рад. Место тут, ну. Ну как тут головлю не быть, друзья, да? Как тут ему тут не стоять? Как? Да никак. Вот и стоит. Супер. Супер-супер-пупер, друзья.
Просто главное встать правильно. Удачно встал, удачно кинул и поймал. Еще фопик проработаю здесь и дальше. Ух ты, ебать. Копать. Здесь все ушло. В траву завел гад. Давай упаси. Собачка. Или ты ушел уже? Да нет там уже никого. Смотрим. Малявка, козявка. Ах ты. Тихо, сейчас отпущу, блин. Друзья, я приехал сюда за килошничком. С первого заброса. А, это кунёчек. Кунёчек, зайчик. На воблер ручной работы. Я уже думал, головчик. Блин, за фопом идешь. Чего не сделаешь ради фопа, блин? Два часа пойду туда. 4, 5, 6. В принципе, да. И назад. В следующий раз пораньше, на целый день сюда приехать. И бомбить эти перекаты. Это поинтереснее, все в любом случае, чем там на луне. Ух ты. Пробуется ехать, что тут у нас. Фига тут мошек. Давит, конечно.
лютый. Все распугал. Готовый на рассказ. Так, здесь козырное место было. Черпал. Ну что, ребята, времечко у нас уже 16 часов. Скоро начнется вечерний клев, я так думаю. Я сейчас передохну немножечко. То, в принципе, за 2 часа, ну сколько, где-то 3 головля поймал. Один сход или 2 схода. Ну, в общем, поклевывает. Ну, активности нет никакой, то есть ничего не всплесков. Странно. Ну, не знаю, в общем, сейчас передохну и проработаю другой берег. Другой берег. Вот там перекатики, видите, виднеются. Сейчас там все проработаем до лодочки. Ну, я думаю, как раз это будет часам к 6. И с плавом пойду к месту высадки. Это еще час. То есть, ну, где-то к 7, к 8 я, наверное, закончу. К 9. Ну, и 2 часа до дома. Ба-ба-бам. Ну, место классное. Я еще, конечно, даже половины не изучил из этого места. Дальше там еще интересное место. Ну, тут надо ехать на целый день, а то и на 2. Не, ну, в следующий раз-то я уже из себя выехал хотя бы часов не в 9 из дома, а, допустим, как я хотел, в 2. Я бы тут все прошерстил. Но оставим на потом. Место-то козырное. Так что, друзья, сейчас перекушу какие-то мюсли. Это в садике дочке дали. Это помощь от города, типа. Ну, сами знаете, в честь чего. Сейчас попробуем, вкусно, невкусно. Ну и пойдем работать дальше. Не переключаемся. Ударил. Ничего себе. Что очень хорошо, друзья. Бля, сошел. Ёшки-матрёшки. В траву завел. Блин, явно что-то хорошее было, бляха муха. Черт побери. Чертовы одинарники. Пипец, друзья, ударище. Смотрите. Ассист сломал Димы Дудина. Он тоже так-то не маленький, видите, крючочек. Там явно что-то хорошее было. Что делать, поставить сюда тройничок с чего-нибудь снимать. Или что делать? Блин, вообще. Ударище будет. Фак, фак, фак. Пипец, конечно, блин. Все, нет крючка. Главное, будем сейчас что-то думать. Да ё-моё, опять сошёл. Друзья, что это за херня там, блин? Пипец, что за сход, блин?
Есть. Что за херь? Тебя щука? Это щука, наверное, был оторвал. Фак. Просто. Ну, это щука точно была. Фак, вот это мне не везет, блин. Ну что, друзья, рыбалочка идет к концу. Ну, точнее, меня вот эта тема испугала. Ну как, уже и 7 часов, мне еще час, считай, обратно собраться, плюс 2 часа дороги. Итого я где-то в 10 часов был дома. В общем, на это место надо ехать основательно на весь день. Место бомбическое. Вот все не зря, что я сегодня поехал, хоть и наконец-то его разведал. А то все никак, и до него не доехать. В общем, просто три таких поклевки было. Ну, одна щука однозначно, вторая, конечно, голавль. Хороший там, я думаю, ну, около двух. Раз крючок сломал так. Так что, ребята, я сюда еще вернусь обязательно. И еще меня удивляет то, что такое место вроде реально не запрессинговано, да. Я вот сюда пока плыл, пока там ходил, ни одной просто всплеска такого, ну, злого там, как будто что-то. Ну, сами понимаете, да, когда обычно всплески и рыбы. Тут ничего, тишина. Но тем не менее, поклевки были. А если здесь в хорошее время приехать, в нужное, в клев, я думаю, вообще будет бомба, конечно. Сейчас бы, наверное, после грозы клев. Ух. Но надо плыть. Не, мне очень, конечно, понравилось место, конечно, блин. Ну, вот это, до него доехать, получается, у меня дорога. Ну, дорога плюс плыть. Сейчас еще обратно, короче. То есть 6 часов в пути. Но оно того стоило. Я мог побить свой рекорд. Пока место. Блин, оно бомбическое, конечно. Меня уже опять сюда тянет. А, еще сегодня я же ловил катушечкой. Лювия с новым своим. Мне тоже очень даже ничего понравилось. Катушечка со шнуром Small Game 0.5. Вообще шнур Small Game самый, блин, лучший. Вот реально. Пипец, вот просто надо вот еще на нее 0.6 поставить, чтобы все-таки тут крупные рыбки-то есть. Конечно, она такая более, ну, под больше шнур, толще шнур, там 0.8 минималочка, ну, 0.5, в принципе, справляется. Вроде грозая стороной пошла. Зря спешу. Может еще половить, пока плыву, покидать. И ветер, походу, поменялся, стал мне в этот, как в лицо. Ладно, друзья, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, очень мне нравятся ваши комментарии, они меня стимулируют на больше ловить, больше снимать. Сегодня так поснимал, конечно, не сильно много, но что-то снял, видео будет. Поэтому всем удачи, не болеем, рыбу ловим, отдыхаем. Лучший отдых, я считаю, это вот рыбалочка. Хоть, конечно, я сегодня не выспался. Это еще ни разу. В 3 часа должен был выезжать. Ну, не судьба. В общем, ладно, друзья. Пора болтать. Всем удачи. И пока. 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 Everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no heaven or gold, 'cause I got you. I got you. Don't wanna show, oh, oh. Show us off, but you're my home.